Я имею в виду, что ЦСКА что-то прям у себя дома встало. Я имею в виду, даже как-то не стремились атаковать. А Лока как-то так себе атаковал. И в итоге, в общем... Единственное, мне гол со штрафного очень понравился. Красиво положил прям. Четенько в девяточку. Пока концепция нау в этой игре понятна. Максим удары, надеемся на минусы. Еще бы вот здесь уронить рерол. Вот здесь хотелось уронить, чтобы дать блиц вот в этого парня. Теперь не дать. Жаль. Напрашивалось МБ в кикера. Ты что, как бы не хочешь, чтобы советские дирижабли бомбили Америку? Ты что, не патриот? Я не уверен, что Нау может использовать эту стратегию. Ну, тем более он, видишь, взял мага, типа, как Нубасий. Вот. Не такая большая разница в ТВ, Ситар, чтобы разыграть гамбит Гафи. А это действительно гамбит. Гафи жертвует аптечками ради позиционного преимущества. Так и буду называть гамбит Гафи, но он такой редкий, что вряд ли мы его часто увидим. Не хватает коровки второго дубля для Клавсы. Хотя на самом деле, если подумать, то Минотавр в игру ХД неплохо входит. Именно как силовая поддержка. Кстати, уже август наступил. Я забыл, что у нас сегодня 1 августа. Ну, для людей, которые играют в Blood Bowl ради прокачки Ситар знаменитый, типа Тон Ютайда. Или там Комедианта. Или, я не знаю, кого еще назвать. Согласен, согласен. Понимаешь, Китон, Гафи поступил намного веселее. Представь. Гафи буквально, тратил каждую аптеку на травму. То есть реда его МБК ЛПОшит, Гафи лечит аптеку. И в ответ фалит и тоже МБ, и МБ повошит. И это, так как у Реда не было замен, Гафи его просто, ну, типа, додавил и именно за счет запасных и аптек и запаса прочности. Реда как бы поздновато раскусил глубину стратегии. Ну, пока, конечно, смотрим типичного Чапаева. Мне главное нравится, как корова играет. Вот посмотрите прям, стабильно. Минус неприятный, конечно. Скачнулся игрок, видимо, Клавса, может, конечно, залетит наконец. Но то, что у тебя нет пятки, это, конечно, большое упущение. Пятка на орках, конечно, штука такая. Да, вот забегающие булки, такая мерзость. Клетка из говна и палок будет собираться. Ну, типа. Тяжело играть с 9-м армором. Типа, тяжело выиграть драку в таком формате. Ну, как бы, условно ХД считаются такими. Они одновременно и башеры, и бронированные башеры,
И еще и при этом бронированные башеры с убивательным потенциалом. Правда, у арт-кости его пока нет. Я имею в виду, вот сюда, до Клавсу, например, там что-то такое. Но уже неприятное. То есть это уже армированные башеры, но еще без МБК ЛПО. Как только доедет МБК ЛПО, будет вообще неприятно. Будет гадость. Ну, если, конечно, не найдется какой-то добрый самаритянин, который принесет арт-кости немножко радости в виде там клоусы и всего остального. Ну, как это обычно и бывает. Немножко неприятно бить эсэфного тролля. Красный. Кубы не айс. Кубы прям вообще не айс. Захлебываются орки. Единственное, что тут можно уточнить, орки долго захлебываются, потому что корова пошла только на третий ход. Пошла бы корова раньше, орки захлебнулись бы раньше. А так еще можно повозиться. Надо было, наверное, гардогномика пинать в 1D, потому что... Там сейчас неудобненько, конечно. Блиц какой-то странноватый. Типа позиционный, только мне кажется, в такой позиции смысла было не шибко много. Типа легко снимается коровкинс. Да, слушайте, корова делает свою работу. Она копила ульту, ребята. Корова сидела два хода, в общем, думала, и потом как вмазала. Знаете, вспоминается сразу два аниме-референса. Один аниме-референс — это король из турнирной арки Ван Писа, когда Луфи хотел забрать огненный фрукт, который до этого принадлежал Эйсу. Светлая тому память. А другой референс — это из Хантера икс Хантера, один из пауков, который, типа, крутил рукой, ну, как удар, и таким образом накапливал, типа, кинетическую силу удара. И чем больше взмахов он делал, тем сильнее был следующий удар. Очень интересное применение, Нэн. Простое, но эффективное. Ну, кубы в мячик, в общем, простейшие. Вот теперь уже получше, но все равно грустно. Вот это молодец. Это был жутко опасный момент, но тральбас не подвел. Молодец, тральбас. Притом тральбас не просто не подвел, а еще и дал жутко полезный минус. Надо было вот сюда вставать, потому что корова проделает здесь дыру. И как бы... В идеале вообще сюда встать. То есть вот эта булка могла иметь кубы в мяч из-за вот этой коровы. Ну ладно, тут все профейлилось. Повезло, повезло. Я не знаю, мне показалось, что Аркости видел это. Он все-таки что-то пытался такое придумать. Плохо встал, потому что вот этот парень может дать ассист. Проблема в том, что у Нао нету гола, и его просто догонят. Это самая большая проблема. Правда, есть возможность освободить Блицера. Ой, вот это жопа. Ну тут все арт-кости правильно сделал. Да, что-то как-то... Тут уже просто не убежать. Буквально не хватает игроков, чтобы и убежать, и закрыться, и еще что-то.
То есть здесь напрашивается блиц убиватором в горда, но тогда как бы никакого прикрытия. В общем, жопа. Чё греха таить? Лишнее ГФИ. Похоже на конечную. В этом драйве точно. Очень плохо, что не уронил. Ну, это, конечно, типа, как бы, прикрытие, только арт-кости даже не требуется выбивать мячик. То есть, вот он, во-первых, вот это вот делает, открывает дырку. То есть, он может дать сейчас два куба снять, а может даже и не давать. То есть, у него тут вариантов до задницы. Вот эта булка нижняя, она слишком сильно влияет на позицию. Не жадничает арт-кости и кидает свои единички-двойки пачками. Добежал все-таки Коровкинс. Скатер отвратительный. Хотя, с другой стороны, типа, единственный хороший скатер, который мог быть, это скатер наискосок и отсюда уже в эту треть. И по факту нет. К сожалению, хороших скатеров у меня для вас нет. Да-да, утонули орки. Мог бы 1-1 кинуть. Мог, но не кинул на Гагрыс. Это же ХД, а не имба. Как Хемри почти. Немножко не дотягивает до Хемрей и МБ на вампирах. Привет, кстати говоря. Как ты там? Одно радует, что у нас остается маг. Правда, орки стремительно кончаются. И мы не пропускаем вроде как. Это два важных фактора, потому что... Ну там еще освобождается игрок. Вот с этого надо было начинать. Потому что это единственный игрок, который может забить. Нет, не может. Окей. То есть непонятно, что он коровы подбирал до того момента, как шел на гол. Додж был фактически важнее. Окей. Не то, чтобы это как-то влияет на дело. Сейчас будет попытка убить кикера. Да. ГФИ прям топовые. Сколько там процентов? 0,1. Хочется стать трезвеннее, что случилось на Гагрыс? Что ж такого произошло, что у тебя такие крамольные мысли в голове? Как тут не вспомнить бессмертную классику «Мама, я не могу больше пить»? Вот. Кто ж, какой же зеленый змей на тебя напал на Гагрыш, тебе пить не хочется. Ужас какой абсолютно. Кстати, прикольно, если читать, что на Гагрыш пишет не ага-ага, а знаете, из аниме вот это вот ара-ара. Это приобретает сразу новый оттенок. Ара-ара. Обычно говорят тяночки заигрывающие. Вот.
восьми... Ну, не знаю насчет этого. Ну, ХД как-то пока получше бьют лос, чем это делал мистер Нава. О, сейвит тролля. Ничего себе. Опа, у меня в ББ не заходит. Так и до тебя добралось. Может, есть какой-то десунот, в котором Ситар такой... Ой, ну многогрызно игрался в ББ, как бы, и пишет никнейм. И многогрыз не может зайти. Blood Bowl Note, понимаете? Как вам концепция Blood Bowl Note? Приятный минус. По сути, после этого минуса шансы Я хотел сказать, что после этого минуса шансы поиграть в силовую борьбу стремятся к нулю. Но тут у нас аптека внезапная, как черт из табакерки. На мужика. Тут прям видно, что мистер Нао потерял как бы края. Вот. Видно, что он не собирается играть на этой команде дальше, как бы. Уже все потеряно, ну типа того. Там, как я понимаю, у Ситара не патч, а какой-то контент-мод, да? Я что-то сначала смотрел Ситара, а потом меня что-то отвлекло. В итоге я как-то не досмотрел. Видел только, что Ситар там чуть ли не в 2 или в час сидел еще. А игру Ефирюги 05 смотрели? Нет. Но она вообще давно уже была, по-моему. Я как-то решил, что... Как бы у Ефирюги и так достаточно в жизни унижений. Зачем их плодить? Десять минут, это да. Так, а когда у нас автобус ходит? Пока там силовые черки бьют. Нет, обычные черки. Есть один автобус, который настолько по-уродски ездит. Понимаешь, Китон, я не думаю, что радости Ефирюги и его проигрыши как-то связаны. То есть дело не в том, что Ефирюга радовался и проиграл. Тут как бы немножко другая взаимосвязь. Типа Ефирюга включил Blood Bowl и проиграл. Thank you.
Ладно, это была душноватая шутка. Хотя очень близкая к правде. Токсики вы? Ну чё сразу токсики, ситар? Кажется, пришло время мужественного даджа троллём, ребята. Пришло время тральбасить. Ну, нау, все равно дропает Тиму в фламе. Ну, так немножко есть на пол Шишандополоса. Это такая любовь ситар к нему, вот. Ну просто надо играть все время, как будто ты претендент. Типа рассчитывать на лусы, а не на что-либо еще. Так проще играть. Главное от игры просто ничего хорошего не ждать, понимаете? Просто сразу готовиться к изнасилованию. И все хорошо. Я тоже что-то думаю, на что дропнуться. В смысле, у меня там есть пару вариантов. Аккуратно играет Арт Кости, освобождает корову для блица. Я что-то вот думал о некрах, как о команде для рерола. Но я так сейчас играю ладдер с трупачами, что у меня возникают некоторые сомнения, как бы, а стоит ли. Продолжает коровка крошить. Некры какие-то убер хрупкие у меня. Как яйца Фаберже. Честно говоря, это уже немножко расстраивает как-то. Я, правда, вот смотрю этот матч и все не понимаю, что так сильно радует. Это будет бросок гоблы, что ли? Гномов откапывай. Но гномы плохо играют в той мете, которая есть в рубле. То есть сами по себе гномы ок. А как бы, не слушай его, не верь. Не верь ему, Нао. Нургли срань вообще. Не ведись на эту нурглистскую пропаганду. Ой! Оу! Вау! Ну, блин, жаль. Красивый мув. Красивый. Габлач вообще четко полетел. Мое увлажнение, как говорится. Жаль. Габлач был близок. Там, правда, даже если Габлач кидал 2 ГФИ, через 3 ГФИ Арт Кости его доставал, но сама концепция игры была хорошая. Только не туда сначала побежал. То есть надо было бежать вот по краю. Ну ладно. Но мув симпатичный. Не знаю, мне хочется поиграть на чем-то, что не умирает. Я пытаюсь вспомнить, есть ли команда в Blood Bowl, которая не умирает, и у меня как-то прям это... И чтобы она при этом была довольно надежная. Ну, гномы, конечно, подходят под этот вариант. В какой-то степени. Орки умирают, да. Ну, на платиру, по-моему, самый дешевый вариант. Но может и в стиме со скидонами есть.
Ну, Ситар... С одной стороны... Они действительно не дают завышенных оценок ожидаемости. Пока, малыш. С другой стороны, от этого не сильно легче. Понимаешь, умирать не ожидая этого и умирать ожидая этого, в принципе, вещи примерно одного порядка. Вот. Ну вообще есть такая команда, бз. Смешно сказать, но есть такая команда, которая, на которой все и играют, в принципе. Называется «Гномы Хаоса». Не слышала о такой? Не знаю, я не хочу брать, типа... Не хочу брать тир-1 команду. Вот. Я готов скользить где-то в тире полтора, понимаете, о чем я? То есть меня устраивает скользить в тире полтора-два. А брать тир-1 команду, это как-то неприлично уже. Типа я игрок несколько более такого... уровня для того, чтобы не брать супер-мега-имбу. Вот. Я же не адант. Господи. Цепляется Нао за результат. Ну, зонки... Да, но их вроде Ситар берет. Не хочу... Не хочу два рубабельных стрима по зонкам, понимаете? Хуманы крепкий тир жопа. Извините, пожалуйста. Странновато сыграл Арт Костя. Можете не забить такими темпами. Он забыл проход? Лол. Ну, прикольно, молодец. Делает игру интереснее. Мне нравится другой концепт. Типа... Вот Ситар предлагает концепт команды, в которой ты не ждешь, что она будет выживать. Да? Но есть другой путь. Смотрите. Вот можно как бы ожидать, что тебя будут убивать. Но можно играть от концепции... Что ты будешь убивать? Понимаете, в чем как бы прикол? Конечно, есть идеальный концепт норсов, которые вроде как убивают и которые вроде как не умирают. Но я говорю про хаос. Лол! Лол! Так несправедливо, господи. Он реально прокинет пас на... Что ли, этого? Да, ну это так нечестно вообще. От Кости так ошибся. Он не заслужил гол. Не, ну не, нет, нельзя. Фу, плохой от Кости. Господи, ну не наиграл на победу, не наиграл. Не, ну вообще несправедливо. Не, ты молодец, Нао, реально сражался как лев, без вопросов. Гол вообще шляпа. Эх. Вообще супер несправедливо. И даже не по вантернике, еще труп.
Просто концентрат несправедливости в этом матче. Так, ну там типа сбрили паренька, потому что я быстро пролистнул. Но это лонер. У меня, конечно, есть еще одна идея, какой можно пойти веселой командой в рубл. Ну вот. Можно, короче, пойти этими. Есть, короче, красивый план. Смотрите, ты берешь подземку и... надо еще вступить при этом в администрацию Рубабэла. Ну вот. И тебе выдают слинамута, и ты играешь. Вот. Я, правда, не уверен, что меня возьмут, как бы, но... Но концепция в целом интересная. Я надеюсь, все понимают, что это шутка, и... Какой-нибудь стукачок не побежит, типа, рассказывать, что... А, там на стриме, как бы, а... Да вот. А то были уже случаи, но... Когда мой юмор воспринимали слишком серьезно. Обидный матч, конечно. Ничья была бы справедливее.